Оперативно-следственная группа по расследованию причин пожара жилого дома в селе Несть провела первый этап работы на месте происшествия. В состав комиссии вошли судмедэксперты, представители Следственного комитета, инспекции Госпожнадзора и правоохранительных органов. Комиссия произвела осмотр места происшествия, обнаружила и извлекла из-под завала тела погибших. Осмотр показал, что на проводке в доме присутствуют множественные места с признаками короткого замыкания. Кроме того, как сообщили хозяева сгоревшего дома, в день трагедии печь в доме не топилась, и скачков электроэнергии не было. Безусловно, это лишь предварительные итоги расследования. Говорить об установлении причины трагедии до окончания работы оперативно-следственной группы пока преждевременно. Вместе с оперативно-следственной группой в ней направился помощник губернатора округа по связям с органами местного самоуправления Олег Поздеев. По поручению Игоря Кошина он держит на контроле выяснение обстоятельств трагедии. Сбор средств уже идет по все. Денежки люди несут вещи. Жилье тоже предоставлено, но они пока сами решили, там у родственников остановились. И, скорее всего, уедут в тундру, чтобы там все-таки девочкам очень тяжело, и поэтому, может быть, им будет легче все это перенести.